Il Porsche. Вместе мы справимся, друзья! Аккуратно написана записка. Грамота на торговый пост Ан Дишарте в руках разбойников, которые рыщут у мыса Малинхет и ищут добычу среди обломков кораблей, как голодные чайки. Кстати говоря, что там с сундуком нашим? Сейчас птичку откроем.
еще одно, это, как оно называется, аббатство. Короче, надо под левым пойти. Вот сюда, потом круг. Ловушка. Макнейла Кремтайны погиб в 480-м, защищая свою честь. Ёбаный рот, а? Тише, что-то не так. Так, и из всех белых еще один артефакт должен быть. Остальное, наверное, проклятие. Yeah!
карта есть. Тут все зачищено. Херня, блять. Yeah.
пускай заполняется еще. Глухой, блядь. Нападут, как только увидят. Есть, потом что-то на острове есть. Сюнин, разведай местность.
эти земли прокляты троллями. Там по сундуку пора Эйвор, тебя мне всегда приятно видеть. Благодаря тебе у нас есть самоцветы и слоновая кость из Порт-Ауди. Ты хоть чего-то не можешь? Очень многого. Что-то трудно в это поверить. Хочешь заключить удачную сделку? Так, что-то 80 книг мне это прям настораживает. Считай, все книги потратить. Русские наручи, блять, 40 книг. Ладно. Тут вот 60 книг. И как, блять? Нету столько книг у меня, блять. Вот это другое дело. Русский плащ. Византийский доспех. Там 140 ткани, хоть кость сломалась.
электрический огонь. Ну все понятно. Еще ждем, значит. Все на сегодня. Жду твоего возвращения. Чутка еще и докачается. Так, по припасам. 630. Надо пробовать новые посты открывать уже. Так, у нас два прокачанных с тканью. Вот этих. Все дают по 2 прибыли. Слоновая кость, бухло. Но здесь новые посты. Здесь их 2. Что там за посты, я вообще без понятия. Вот, 1, 2. Торговля просвещает. Это, наверное, книги будут. Зашибись. Книги как раз их не хватает. Короче, надо идти сюда, потом на белую херню. По книге идти узнавать. Пост сразу делать и для работников хату строить. И второй пост потом надо будет наведаться. Не стоит привлекать внимание. Критик.
А, проклятье! Нет, огонь! Закончилось. Значит, мобильный крышка. Столько злобы. Этот край кто-то проклял. Thank you.
просьбы друида, кроме меня, никого не осталось больше из моей рощи. Многие годы мы трудились на полях сражений, принося покой мертвым и умирающим. Много лун мне приходилось работать в одиночку, а скоро и тому придет конец. Но не только это беспокоит меня. То там, то здесь появляются проклятые символы, что не дает несчастным душам упокоиться. Когда найдешь эти ядовитые амулеты, уничтожь их и заслужи мое благосклонение. Благословение. Блять. Лети же, Сюнин. Короче, пролезть сюда, потом сюда, блядь, здесь уже, сука, и потом... Во имя Одина, проклятие Нидингов снято! Теперь во имя Одина вот эту парашу надо отдать. Залезь, блядь, уже на палатку. Так, куда? Ой, блядь, дебила кусок, сука. Как это не продаем? А это что, блядь?
Kennum dir gripat. Тут нужна помощь. Я сам не справлюсь. Thank you.
Так, где-то подвал или что есть? Помогите! Помоги мне! Смотри, Сюнин. Здесь полно стражников. Белая херня.
его так придумать. Сохранимся. Дебилизм ебучий, блять. Вот кретин, блять. О, сука. Это самое тупое, что можно было придумать, блять. Пиздец, я уже мастер, блин. Затейливо. Мастерство, я так помню, добавляют, когда уже навыки типа все раскидаешь. Или нет? Хрен пойми, короче. Я уже давно не заглядывал туда. Так, у нас же тут пост. И потом двинем тогда сюда. Я понял.
много припасов для торговых постов. И уже, блядь, все припасы получил, что можно. Библиотека книг. Так, слишком сыро, блядь, сквозняки. Все как обычно.